Павел Гейм Чаннел. This is it. Our destination lies nearby. Do you feel the power emanating from inside? I sense something. A presence. It's faint. And yet powerful. No doubt it's the dark stone we seek. It beckons us inside. Let's not waste any time then. Set up a camp to replenish our forces, then we move in. Так, неизвестность. Построить лагерь, найти чердака, ведь Орисы за Додо должны выжить. О, наконец-таки мы найдем применение нашим ресурсам. Так, встанет лагерь в указанном месте. В один момент может быть активен только один лагерь, кстати, второго лагеря удаляет существующий. А, ок. Хорошо. Выкинем эти пакеты. Строим лагерь. Эти черты кабель. О, тут сколько всего. Телепорти дружество героев в этом месте. Может быть, использует только если рядом с целью нет врагов. Так. Сохранимся, посмотрим, что за маг такой. Черное копье служит тебе! О, вот это хорошее. Давайте возьмем парочку. Служить тебе. What? Кого убить? What is it? Так, ну, короче говоря, если что, можем войска отсюда пополнить. What? Вот хорошо, пускай так и будет. Я не буду таскать с собой принадлежности, наверное, ибо мне лень. Так, а вы кто такие? Саженцы. Ой, лялечки и антики. О, говорящее дерево. Что ты мне скажешь? Какой допник дашь? Офигеть, оно еще и живое. Такое полигональное дерево посреди других. Something is stirring the spawns of fire in the caverns to the southeast. I fear the tenuous harmony between us will soon come to an end, spelling doom for my kin. A phoenix gathers power within the caverns. The fire elementals have rallied to it. Strike it down, and perhaps they will be quelled. Bring me proof of your deed. And I will grant you an item of great power. О, инвентарь мусора. Проявите поиски духа, взять сокровища силы. Давайте возьмем, чё. Нормальный чувак вроде. I accept your offer, old one. We will find this phoenix you speak of, and it will be extinguished. Хотя бы могли его и побороть. What is it? Зачем нам лишние проблемы? It's you. With haste. Стихийный переворот, значит. As you say. Кстати, мы можем потом воспользоваться телепортом с лагеря. Это будет удобненько. On the move. Finally. With haste. Very well. As you say. Где там герои? Герои впереди, пожалуйста. It's you. Что за? As you say. Темно стало. Ну, понимаешь, что вы типа вошли, конечно, в пещеру, только вот у тебя вот эта карта тоже темная, часть карты становится темной. Это странно. With haste. Ну, прикольно все равно. So be it. As you say. What is it? Че на нее никто баф не доложит, а? Наконец-то догадались.
What is it? You seem trustworthy. There you are. Так, осталось только найти этого Феникса и замочить его. А интересно, какой Феникс? Если даже взять обычного Феникса с ульты Чародея Крови, то он довольно сильный. Что же козы какой тут? Let's get this done. As you say. With haste. Ой-ё. On the move. Самый жирнючий. Куда пойдём? Чего? Use some trust money. What? I've got your back. А, чё, перерождение не будет, что ли? О, я сижу, жду. It's you. With haste. As you say. Very well. По-моему, иконка всё-таки ему немножко не соответствует. Маска вообще другая. Let's get this done. On the move. You seem trustworthy. What is it? You seem trustworthy. Very well. As you say. Let's get this done. Хотя бы не приходится это таскать с собой этот караван как обузу. Very well. Так, и что мы ищем вообще? Найти черный камень. А. On the move. Окей. Let's get this done. Цель неуязвима. Да блин, задолбали эти сюжетные стены, а? Я тебя слушать. What is it? Не, ну хотя бы зато понятно. On the move. We can relocate our camp here with haste. Прибудь перенести свой лагерь сюда. Но я не буду этого делать, нихера. Во-первых, у меня нету с собой этих шмоток. А во-вторых, наоборот, не залетает телепорт в это вот место. Ну, это можно сейвиться. О, пятый уровень же у этого Зондо. Зондо. Давай-ка. Так, эники-беники, куда пойти бы? With haste. Нужна моя помощь. Your feet draws close. Чем могу служить? Ah, it's you. I've got your back. What is it? I've got your back. What? Very well. Так, о, вот и Феникс. Отлично, далеко им не пришлось бегать. Кого убить? Осталось только прибить этих порождений и дело в шоколаде. Так, что там Феня по статам? У него мана еще есть, он что-то умеет. Посильнее немножко будет все-таки. Прервали его огненный стол. Ай, больно! Зараза. Фига у него там, а уех. Сразу тотем ставить. Да ёб, блин, а. Ладно, не так далеко все-таки переиграем. With haste. You seem trustworthy. On the move. What? Your ah, it's you. Your power is too high.
power with haste. Awaits you. Very well. With haste. As you say. И Роли тоже бы избавиться. Здесь сохранимся, потому что прям плохо-плохо может быть. Чего? Ладно. Ладно, хитхантеров новых так выпаем. Ой-ой-ой-ой, май гад! Чё творит этот Феникс? А уж просто пара героев пойти, да и всё, чё париться. Чем я туда отряд посылаю, рискую. Герои, я думаю, справятся. Плюс меньше всякой всячины будет кастовать. И контролировать проще будет. Все равно у хедхантеров нет против его преимуществ особо. Готов. А вот после этого можно будет палаточку перенести. Держи. Чё? А, блин. Это дурацкая хрень. Предоставит возможность восстанавливать паду героя или находящегося по мысли дружественного отряда. Вычитрон на атаке на 2, интеллект на 2. Yes. Типа омоложение, но для маны. Пригодится. Пошли перенесем лагерь. Туда идти дальше двигаться тоже. Что-то есть. Well. Let's get this back. What is it? You seem trustworthy. As you say. Куда пойдем? What is it? You seem trustworthy. Your path to power awaits you. Ah, it's you. Your feet draws close. Good. Embrace your true destiny. What? Так, ктующий это нехорошо. Лучше сохранимся, потому что я уверен, что кто-то вселится. Опять, уже вселяется даже. Офигеть, он сразу агрится. Один из призраков. Черт. Черт. What is it? Very well. Так, ладно. Поступим умнее. Сейчас второй герой придет. I've got your back. Looks like we're not the first trolls to venture out here after. You seem trustworthy. Хера, скелеты. Понятно, почему. I've got your back. There you are. Finally. Your feet. What is it? As you say. Let's get this done. You seem trustworthy. Так, as you say. Поаккуратнее. I've got your back. You seem trustworthy. Куда ходить? Умный мысль. I've got your back.
Так, а ты кто такой? Ну, походу, босс батл какой-то будет, да? From my goal, apparition. Look upon the broken bones before you, then choose your next actions carefully. I've got your back. There you are. Come on, Vince. What is it? Вот и босс батл пошел. Говори. Хитро придумано. What? Офигеть, а? It's you. On the moon. Чего желаете? What is it? Come on, bitch! I've got your back. What is it? As you say. I've got your back. Я могу воспользоваться лайфхаком. Я тебя слушать. Умный мысль. Ah, it's you. И телепортировать кого-то из героев отсюда, да, при желании. Я слышал зов. Ты че, отсылка? Это реально отсылка, лол. То есть автопереводчик все-таки знает оригинал. Имею в виду стоп-фабовский вариант перевода. Но все равно какого-то черта так херово это делает. Что за фигня? Зол'джин будет отмечен. Так, давайте сначала посмотрим, что сверху. Чтобы мы туда не сходили. Надо исправить эту оплошность, а потом пойдем вниз. Very well. Let's get this done. On the move. Very well. On the move. Clearing up ahead. We can relocate our camp here. Нет, не можем. У меня нет с собой лагеря. With haste. So be it. Let's get this done. Куда пойдем? What is it? Destiny. On the move. With haste. А где оно, кстати, тут? Здесь что ли место? As you say. Let's get this done. Very well. With haste. Так. There be danger. Let's get походу this done. Здесь бы мы... Даже не знаю, я бы куда пошли бы. Какая-то дверь. А, ее можно открыть. Very good. Finally. What is it? I've got your back. Very well. Let's get this done. А кто сдох? Офигеть, тролль как-то сдох у меня. Ой, неприятный чувак. С призраками лучше не шутить. What is it? I've got your back. Use him trustworthy. Very well. Мы практически вышли сюда. Ah, it's you. With haste.
Very well. I've got your back. You seem trustworthy. On the move. Yes. With haste. Правильное решение. Ah, it's you. It's your true destiny. You have sense. О, блин. Ты же ченнелинг. Способность. Let's get this done. Своего мапом, ё-моё. Чем могу служить? It's you. You seem trustworthy. Что-то это типа обход мимо Феникса или что-то типа того. Всё, змея крутая теперь. It's you. Let's get this done. With haste. Let's get this done. As you say. What? Чего желаете? Так, а похиляться пойдем у фонтана. It's you. On the move. Your path to power. Так, что надо Хантера себе прикупить? Зол Джин будет отмщен. I've got your back. Let's get this done. О, кстати, надо вернуть кольцо себе. И не забыть про вот это вот, вообще забываю. Как обычно, про используемые предметы. Так, у кого там проблем с мадой? Давай, в него вливай. You seem trustworthy. Я тебя слушать! What? Чего? Ah, it's you. On the move. Все, теперь мы можем наконец-таки топать дальше. On the move. Дальше по коридору. On the move. Ну что, Darkstone прямо по курсу, да? Very well. Смотрим мультик. Is this the treasure we seek? The Dark Stone. А где? Я не вижу, где он. Something on your mind, child. Что-то у тебя. Господи, вот сидеть за Арфтаром исправлять. Что у тебя не уме, а не что-то у тебя на уме. Да, понятно, что сам сын, но все равно здесь именно вопрос, что у тебя на уме. Я вообще не понимаю, где этот камень. На что они смотрят хоть. Ну давайте позадаем вопрос, че. From the tales I've heard of the Dark Stone, I expected it to be an item of power more akin to an amulet. Слышала! I admit, so did I. But I sense great power about this place, such that cannot be contained within a mere trinket. Earlier, I sensed a presence emanating from within the caverns. Now I feel it again. It's as if it died long ago. But then why would it persist? Здесь ощущала. То есть у автора нет проблем с тем, чтобы ассоциировать героиню как женщину. Но какого черта тогда в остальных фразах он не учитывает пол? Чё за фигня вообще? Как это? Мне теперь еще больше вопросов. Как это вообще тогда переводилось, а? Почему местами правильно, местами неправильно? Что за херня? Ну почему никакой обработки текста вообще нет? Ну что за скачки уровня перевода то халтура натуральная? Я не понимаю, блин. Как можно так максимально безответственно пофигистически относиться к переводу? Просто, ну, элементарные вещи даже не соблюдаются. Ну что за... Ты же знаешь, что это слова от лица героини главной. Какого черта ты не учитываешь, что это говорит женщина? Блять. It is unmistakable.
The presence lingers within the black stones around us. However, I do not think whoever this essence belongs to is dead. Slumbering, maybe, but not dead. Сив, вы видели эту опечатку? То есть это руками даже заполнялось? Тогда мне втройне вопросы, как можно даже до таких фраз руками додуматься? Чё за фигня? Присутствие задерживает нас, как это вообще? Объясните мне, пожалуйста. Надо переслушать, что он сказал, потому что это ужас. Я вот, знаете, даже специально сейчас вбил фразу в переводчик. Вот, для сравнения, оригинал. It's unmistakable the presence lingers within the black stones around us. Что, как перевел это автор? Это, несомненно, присутствие задерживается в черных камнях вокруг нас. Что выдает переводчик, это даже и не я сам переводил. Это ни с чем не спутаешь, присутствие чувствуется в черных камнях окружающих нас. Вариант перевода звучит логичнее и куда более по-русски, чем то, что сделал переводчик сам здесь. Хорошо, идем дальше. Окей, допустим, он не знает Яндекс переводчик, он сбил это в Google. В каком месте задерживается? Объясните мне, где он это слово вообще нашел? Во, во, задерживается. Ну, сам подумай, пожалуйста, по смыслу. Ну, не подходит, задерживается. Вот, вот этот перевод, он куда более органичный и правильный. Вбиваем это в DP, может тут. То же самое, да? То есть, это намеренный вариант. То есть, вот, то, что автоматика дает, да? Нету тут слова задерживается. Ты должен вот посмотреть, какие варианты тебе предлагает переводчик. И только тогда, Google Translate, да? Только тогда ты увидишь слово задерживается. Вот Lingers, да? Что предлагает Яндекс, допустим, какие варианты? Ощущается этого, витает осязаемо, чувствуется. То есть нету, задерживается, не подходит оно по смыслу и звучит ужасно. И судя по тому, что здесь написано, тому, тот, кому принадлежит, это СИУВ, то есть опечатка. То есть автор набирал это руками, вручную. И его ни на секунду не смутила формулировка слова «присутствие задерживается в черных камнях вокруг нас». Хотя речь идет о том, что там, по-моему, она спросила, я чувствую что-то там в этих камнях. Вот, чувствую что-то присутствие. И он об этом говорит. Говорит о том, что ты это нормально, типа, ты ни с чем не спутаешь его, что вот в этих камнях оно ощущается. Камнях, которые нас окружают. Да, то есть миллиард, может, и было корректных формулировок придумать. Автор взял наихудшую! Наихудшую! Ну почему? Вот объясните мне кто-нибудь, как к этому можно прийти. Ну это же максимально неграмотно. Вообще, даже не надо какими-то скиллами обладать, чтобы вот этот вариант посмотреть. И на этот вариант. Ну видно же, что ощутимая такая разница. И что вот даже то, что дает обычный робот, обычная программа, намного лучше, намного приятнее и слушать, и читать. Даже в этом варианте, чем то, что автор тут предложил. Ну, теперь у меня нет абсолютно никаких сомнений, потому что... Один в один. Автор забивал всё в Google Translate и вставлял практически как и есть. Хотя нет, он набирал это. Я не понимаю, почему. Ну, мне интересно реально, почему автор решил именно этот вариант выбрать. Ну как, вот просто с точки зрения логики объясните, как понять предложение «присутствие задерживается в черных камнях вокруг нас». Какое присутствие? Что задерживается? Почему оно задерживается? Оно опаздывает, что ли? Как это понимать вообще? На час опаздывает, что ли? И теперь сравните, что дает Яндекс. «Присутствие чувствуется в черных камнях окружающих нас». Это звучит... Правильнее просто. Элементарно понятно, о чем речь. Меня даже это смутило, когда я услышал. Я переслушал даже специально. Я подумал, ну может слух меня подводит. Посмотрю оригинал. Но нет, все верно. The present leaders within the black stones around us. Я не знаю, о какой задержке тут вообще говорится. Здесь нету вообще ни слова об этом.
Ну, то есть, да, я не думал, что чувствуется, ощущается, да. Ну, какое-то близкое слово к этому у меня подбиралось. Тут точно не задерживается. Извините, да, я понимаю, я вас уже задушил тем, что задолбал, просто играй уже, Паша. Не перевод критикую, но я не могу мимо этого пройти, я не понимаю просто. Ну, зачем вы беретесь, если вы не умеете переводить вообще? Это же откровенно плохо просто. Причем из двух вариантов, которые Google предлагал, автор взял худший. Намеренно взял худший. Я не понимаю просто. Ну, есть хорошо, не владеешь ты английским. Окей, проблем нет. Пользуйся переводчиками. Но будь добр, ну переведи ты предложение корректно. Ну ты же видишь, что ну как-то странно оно звучит. Ну неужели ничто, абсолютно ничто не щелкнуло у тебя в башке? Ну что за дурдом, блин, господи. Один перевод лучше другого. Вот поэтому я играю в основном посредственные поделки русскоязычные. Крайне редко выходят... англоязычные компании, потому что мне приходится самому все переводить грамотно. Вот почему нету второго Кирлянди, который бы просто так же на том же уровне бы переводил? Ну это нечитабельно абсолютно. Это ужас какой-то. Я понимаю, что я задолбал, конечно, скорее всего, многих, но я не могу просто эту тему оставить. Ну, не могу просто и все. Я хочу поиграть, чтобы хотя бы более-менее сносный перевод был. Ну, автор даже смысл корёжит, конкретно так. Ну, вот как? Как присутствие может задерживаться в черных камнях вокруг нас? Объясните, пожалуйста, как? Ладно, я надушнился, давайте дальше. Что за руды? These runes, they seem to converge on the mound up ahead. Any idea what they are? I've seen runes like these before. They are written in blood. Indicating an ancient ritual that took place here. No doubt the trolls who came before attempted to unlock the Darkstone's power, but failed. If we were to invigorate the runes with fresh blood, we could repeat the ritual successfully. Чё, будем кровью окроплять теперь? Now then, I need you to go out into the caverns and harvest the blood of any sentient creatures that reside within. If my senses tell me correctly, you'll find a colony of underground dwellers to the north of here. They should be suitable for our needs. Gather a few warriors with you and take this orb. While you carry it, the blood of those you slay will charge it with the power we need. I will remain here and oversee preparations. Блин, нам еще что-то... It will be done, master. Что-то будет выбросить, чтобы таскать. Серьезно? Это даже не перевел. Блин, у меня все больше и больше ощущение, что ну прям какая-то лютая халтура. Приведите Орис ко входу в пещеру, чтобы перевести все отряды на нижний уровень. Какому... Воду-то, хоть на карте. А, вот она. Anytime. You seem trustworthy. Let's get this done. Так, ладно. Придется это таскать с собой, а что делать? With haste. Let's get this done. А, даже так можно. Окей. Знахаря вызывали? I've got your back. With haste. On the move. Very well. Лишили нас, конечно, всего, блин, буквально. Всех магов. Че за фигня вообще? Офигел, что ли? What is it? Вот и говнюк. What? А можно продать? Хотя, пускай валяется лучше. With haste. Very well. On the move. Фух, уже даже как-то With haste. И желание убавляется в это играть из-за такого ужасного перевода. Ну реально ужасно.
Я просто пытаюсь понять, ну как этого можно было решить вообще прийти. Я даже, ну, максимально нелогичное, неразумное. As you say. Very well. Let's get this done. О, тут красиво. Very well. It's you. So be it. Это нормально, что он прям в упор так слито пишется? Автор пробел, ну, переводчик пробел забыл поставить, да? Кобальт верхом на крысе. Или кто это? Да, это крыса. Крыса верхом на крысе. Господи, аглока, кстати, довольно большая выходит. Часа на два, походу. Модненько стало делать компании, в которых главы по 2-3 часа делаются. Или мне просто попадаются в последнее время такие исключительно. Чего? Вали. I've got your back. With haste. On the move. Let's get this done. What? Ah, it's you. Куда пойдем? Наполовину заряженный кровавый камень пульсирует силу, и способность увеличивается вдвое. Так вот, почему у меня была вампирка. То почему ее раньше времени тогда выдала? Я не понял. Что за баг? Что прикажете? Вам нужна моя. So be it. There you are. So be it. You seem trustworthy. As you say. Стеголем считается за тех противников. Чего желаю? What is it? Куда пойдем? Так, ну-ка, обязательно герой тоже будет стать с ключом, да? Let's get this done. Ты... Кого убить? What? Ну, да. Very well. Остальные не убеют. Так, а ты чё? Surface dwellers, we beg you, cease this mindless slaughter. No can do. We need the blood of sentience, little vermin, and you are the only ones around. Wait, there are others. Lizard men dwell in the upper levels, due west. Take their blood instead, and we will make it worth your while. Items to trade, warriors for hire. Just name your price. Почему бы нет, принимаем. Fine, I'll take you up on your offer. But try anything funny, and we will finish what we started. Of course, of course. We will stand by our word if you stand by yours. If you seek swift passage to the Lizardmen's hideout, talk to our tunnel specialist. He can usually be found by the mercenary camp. Ящера людей, ой-ё. Ту и формулировочка. Так, окей. Специалист еще. Туннелем. Туннель. Туннель с двумя же, по-моему, пишется. Так, по-моему. По-моему, так писалось туннель. Ой, сколько же тут халтурки в переводе. Very well. I know these tunnels like the back of my shovel, surface dweller. Just say the word, and I'll take your party to the lizard folks camp. Ну вот же, правильно пишется тут. Не, пока еще не надо.
What is it? Что-то можно кого надеть. What? Наймем. За голду, правда. А почему здесь кобальт оверсир? Гизап, да, здесь надзиратель. О, господи. Что? I've got your back. Что за фигня? What is it? Блин, зря купил. Сейчас бы с кольцом защиты бы. Че, загрузимся? А когда я в последний раз сейвился? По-моему, сейвился я давно очень. Очень давно. Ну, короче, смотрите сами, где я сохранился, так что... Не, у меня нет никакого желания переигрывать все отсюда. Ай, я опять не тот сейв загрузил. В принципе, в теории можно что-то продать, может быть. Только что. Это не продаж. Это хорошее. Это тоже хорошее. Сфера яда. Да, кольцо легенда. Сфера яда круто. А мы можем вернуться назад? То есть я хочу вернуться сейчас на поверхность. Точнее, на верхний уровень. Взять духи целителей, которые там есть, и 300 голды стоят. И... О! Крутяк. Я сделаю это за кадром. Короче, да, я продал духов целителей, и мазь там была. Там можно даже свой лагерь продать. Тут вот еще глыбы. Надо глядать. Что-то, может, еще голда будет. Я бы не отказался от 200-ок. Это книга мудрости. Учитывая, что у нас выбор между маской Соби и кольцом, которое может застакаться с другим кольцом, я, наверное, все-таки возьму кольцо, потому что, ну, пока мне не нужен реген бады, потому что я использую только дух змеи и больше ни на что не трачусь. Так что берем кольцо сохранения. Господи. Кольцо сохранения! Оно сохраняет нас! Блин. Может, еще встретится маска Соби, кто знает. Well. Ну, короче, I'm ready. Ехали. Да-да. Вперед. It's you. Very well. What? Кобальты расшатали каменный глыб, блокирующий вход в лагерь Саурака. Теперь их можно разрушить. Ну, спасибо. Чего желаете? It's you. What is it? As you say. Все, надеюсь, тут этого всего добра хватит. Let's get this done. With haste. I've got your back. It's you. On the move. Ну, в принципе, уже почти что все. Using trust way.
I've got your back. Ah, it's you. So be it. There you are. What? Так, мы видели же здесь самого крупного. Ёбу его тоже. It's you. As you say. Что прикажете? Если мы же можем пойти еще раз с кобальдом довериться, уже в этот раз за масочкой. Я думаю. Правда, что выкинуть вопрос? Да я особо-то ей масочка нужна, наверное. Чего? Чем могу служить? I've got your back. Finally. So be it. Интересно, интересно очень, как бы переводчик перевел I got your back. Вот то, что Орис говорит постоянно. Наверняка бы у меня есть твоя спина. Я взял твою спину. Ну, блин, реально. Учитывая, какой уровень тут перевода, я бы не удивился, если бы так и было. И наверняка еще кто-то спросит, а как это переводится? А что это не так переводится, о? You seem trustworthy. Куда пойдем? Сам виноват. What? I've got your back. Okay. You seem trustworthy. What? Крест чемпиона. Скорость атаки предупреждает дружеских типов и позволяет ожить после смерти. Блин, с одной стороны аура, с другой стороны, если герой сдохнет, это минус, эта штука. Аура при этом топчик. Даже так, ну не хочется расставаться с этим предметом новым. Хватит. Пока будем бегать с ним. With haste. As you say. With haste. Так, а если я вернусь в эту пещеру, меня перекинет обратно к кобальдам? Very well. As you say. Very well. Не перекинет. With haste. Че, купим маску Соби? Не купим вообще, думаю. Finally. Let's get this done. With haste. Пока не нужно. Да и выкинуть мне нечего, если честно. With haste. Что, пошли сдавать этот квест, чё? On the move. Let's get this done. On the move. As you say. Сюда. О, май гад. Так далеко. Веселые похождения. Погоди, у меня же... Тут что за бред? А, так это сюжетно обосновано. Ну все, камушек запустился, чё? Ну чё, тут Зандо? Чё стало? Говори! Master. You've done well, my most faithful apprentice. The blood orb is charged. I can feel the life force pulsing within. What has happened here? I saw our own kin slaughtered outside the gate. Так убили, а не убивали. Were you attacked? I'm afraid some of my disciples were a necessary sacrifice. You mean to tell me? No, 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 it can't be. You did this? Why? Open your eyes to the truth, girl. What you see before you, what our myths call the Dark Stone.
presence you feel, they're one and the same. It is Alola, an ancient being locked in stasis by a wound inflicted millennia ago. And we will be the ones to awaken it. Those who came here before understood that reviving an entity of such power requires an equivalent blood toll. But they lacked the conviction to carry it through, and they paid the price. You saw them shamble around, cursed for eternity. I would not repeat the same mistake. I can't believe what I'm hearing. Disobeying the elders is one thing, but this... You butchered your own people, and for what? The pursuit of power? Some preconceived notion of destiny? Your disciples trusted you, Zando. I trusted you. Hold your tongue! Do you not see that by sending you on this errand, I've spared your own hide from the culling? Be grateful that you are alive to witness my vision come to fruition. Now rise, Ancient One. Heed my command. Accept this offering of blood and awaken! Проклятые навсегда, господи, ну навеки, ну не навсегда, блин, как это можно вообще выдумать, а? This world has changed. I sense it in the earth. I smell it in the air. The four, they sleep, yet their eyes are ever open. You, Dagobera. Which master do you serve? I serve no master, Loa. You owe your awakening to me alone. Now tell me your secrets. Why do the other gods fear you so? Silence. Тишина. Заткнись, а не тишина. Господи, блин. Повезло, что он ее шлепнул по башке. Некоторое время спустя. О, торговец этот. Wake up, friend. You've got a tale to tell, and Krupa is most eager to listen. Ой. Этот кошмар с переводом. Хотел сказать, закончится, но так и начинается. Боже мой. Еще целых 5 глав этого выслушивать. Придется потерпеть, потому что сама компания неплохая пока что, в принципе. Довольно красивая, довольно прикольная, довольно спокойная на геймплей. Такой вот Rixar-like, я бы сказал, очень даже. Но глава 2 часа длится. Но, правда, учитывайте, что я сидел и четверть времени примерно придирался к переводу. Ну, ибо есть тут за что придираться, он очень посредственный, очень, да. Я уже сменил свое время мнение со стоцкого на посредственность. С таким переводом тяжело будет играть, потому что много где уже смысл даже искажен. Мне надо выдохнуться и передохнуть. Выдохнуться. Я уже говорю, как Google Translate в худшем своем исполнении. Выдохнуть надо мне. Так что на сегодня все, смерти. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы на канале, а также можете подписаться на мою телегу, ссылку на которую есть в описании к этому и другим видео. Еще увидимся, смертные. Всем пока!